Соответственно, вот история конференций, вот первая точка, которая такая, ну, относительно бесспорная, это когда Христос вознесся, и, соответственно, да, я человек не религиозный, я атеист, но в данном случае неважно, кто у нас атеисты в чате или там, верующие в чате, нам важна сейчас историческая канва. Так вот, соответственно, было 12 ближайших апостолов, и еще менее известный факт, было порядка 70 учеников Христа, которые проповедовали и даже в отдельных городах готовили вот, выступление Христа. И, соответственно, Христос вознесся, Иуда, очень мягко здесь сказано, отпал, и, соответственно, люди собрались, и нужно было как-то коллективно принять решение. В отличие от греков и римлян, у них не было закона, потому что они только формировались в общины, но, тем не менее, они посовещались, решили и вот избавили апостола Матфея, который проповедовал на территории нынешней Абхазии, правда, тогда это называлось Понт Эфиопский это называлось, да, в Грузии и так далее. И вот посмотрите, потом как бы было некоторые совещания апостолов, и, соответственно, которые выработали некоторые решения. Вот вы видите, что написано на экране, зачитывать я не буду, вы все взрослые люди, они выработали. Вот некоторые принципы. Вот обратите внимание, первые соборы иногда собирались по указанию очередного римского императора, но тем не менее вот они апеллировали к Святому Духу. Пожалуйста, следующий. Ну, это нам пригодится сегодня, пожалуйста. Вот, соответственно, скажем, вот 325 год. Обратите внимание, какое количество вот, участников. Какое количество участников. И, соответственно, скажем, дальше я не буду читать, кто хочет, может пересмотреть, кто знает историю раннего христианства, то, соответственно, как бы, ну, просто вспомнит это дело. Кто не знает, мне сейчас было очень важно оценить такую вещь, что христианство, неважно, атеисты в чате или верующие, это основа нынешней культуры. То есть наша культура насквозь пропитана христианством, либо борьбой с христианством. Так и получилось. И вот, соответственно, скажем, это 325 год нашей эры уже. Соответственно, люди вот закладывают основания нашей европейской культуры. И требуется такое обсуждение большого количества людей, потому что вот перед ними, выражусь несколько высокопарно, судьба Европы. И люди совещаются, да? Соответственно, скажем, обратите внимание, то, что выделено красным, вот как они лихо собрались и вместе вот самоназначили, скажем, да? Ну, идем дальше, пожалуйста, следующий слайд. Вот смотрите, далее происходит некое уточнение аксиоматики. Я не буду, повторяю, вдаваться сейчас в религиозную часть, потому что это сложно. Кто хочет, пожалуйста, можно пересматривать. И так далее. Вот. И вот видите, проходят постоянно какие-то совещания и какое количество участников. То есть очень напоминает современные конференции. Идем дальше. Вот, далее обратите внимание на некую конференцию в кавычках. Первый – это Генский собор, в котором в разное время участвовало от 34 до 250 епископов. И обратите внимание, что шел он там почти 20 лет, ну, 18 лет он шел, да, то есть это было очень важно сделать. И далее мы переносимся в Россию, и вот это была некая пародия, это был некоторый азарт молодости, это была некая пародия, это не было неким следствием хождения Петра Великого Первого в немецкую слободу в Москве, когда, соответственно, скажем, вот, ну, довольно большое продолжительное время, около 30 годов, он делал некую пародию на католический собор, то есть, кого интересует, можете посмотреть детали, скажем, ну, они есть в различных энциклопедиях исторических и так далее. Вот. Но обратите внимание, это была уже пародия. Но это была такая прадедушка современных конференций, вот этот собор, потому что там не только пили, не только резвились, но все-таки и общались, и какие-то отдельные государевы дела там решались. У нас история и кратко, поэтому бежим дальше. Идемте дальше, следующий слайд. И вот уже какая-то, наверное, бабушка, прапрапрапрабабушка в конференциях. Это если молодой Петр, он резвился, там они выпивали, всячески хулиганили и прочее, в том числе и общались, то вот здесь, соответственно, скажем, вместо того, чтобы просто пить, либо молиться,
Соответственно, вот были придуманы ассамблеи, где в том числе предписывалось общаться. Причем туда допускалось довольно широкий спектр людей. Ну, понятно, что какие-то там солдаты не допускались, но тем не менее допускались, и было предписано общаться. Причем как, даже не было музыки, которая соответствующая, поэтому первые годы работали под духовную музыку, пока один из сподвижников Петра не привез там западный оркестр. Пока не привез западный оркестр, и не стали они делать. И вот, соответственно, Петр многое сделал после своих поездок в 1716-17 году в Европу. Соответственно, он стал привозить ученых. Соответственно, в 1711 году он завел сенат, а в 1721 году он преобразовал монастырский приказ и завел синод. Потому что история России – это была борьба светской и государственной власти. И, соответственно, Петр в 1721 году завел особое министерство. То есть патриарх, потом был, власть патриарха была переведена на такие технологические рельсы, потому что это раскачивало страну. Ну, вот на этой неделе закончился в Москве архиерейский собор, который тоже обсуждал там, вот как бы кто глав, ну, отдавал дань, что ли, должное, потому что в истории русской церкви, как и римской католической церкви, периодически кто был главным собор, то есть такая конференция, собрание, то папа римский, либо патриарх. Ну, повторяю, мы об этом не говорим, мне лишь важен акцент, что Петр I, пожалуй, привез пра-пра-пра бабушку конференции в России, это первая мысль. Вторая мысль, что он пытался сделать, допустим, в 1721 году синод таким более технологичным. Потому что эта мысль важна, и я думаю, что мы пойдем дальше. Пожалуйста, идемте дальше. Да? Вот, соответственно, вот давайте вы сейчас просмотрите, я думаю. Вот пункт 10, я думаю, что он порадует людей в чате, порадует. Кстати, в чате можно готовить вопросы, по истории вряд ли они будут. Это просто там для разминки, пока люди подходят, как бы же, да. Но я думаю, что прочитано,